модный журнал «Абсолютный слух». В мире музыки было много имен и произведений, ярких звезд и посредственностей, гениев и непризнанных талантов. Но только время, обладающее абсолютным слухом, расставляет все на свои места. Кто-то забыт, а кто-то будет жить вечно. Наш первый сюжет о 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича. Это произведение, которое вошло во все учебники русской музыки. Так у многих и осталось в памяти. Ленинградская симфония написана о блокадном Ленинграде, впервые исполнена в Ленинграде и стала свидетельством силы духа русских людей в Великой Отечественной войне. Между тем, это так и не совсем так. Гениальные произведения всегда хранят в себе скрытые смыслы. Наша программа расскажет и о них, и о некоторых подробностях написания и первых исполнений Великой симфонии, которая потрясла мир. Поезда увозили жителей Ленинграда в эвакуацию. Шостаковича среди них не было. Он верил, что нужен здесь, и оставался в блокадном Ленинграде, где ему было суждено написать одну из величайших симфоний 20 века. Седьмую симфонию, которая должна была рассказать об этой страшной войне. Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Шостакович нес боевую вахту, дежурил на крыше консерватории, сбрасывал зажигалки, копал окопы. А когда садился за работу, ничто не могло его оторвать от симфонии. Время словно прекращало существовать. Работал он днем, ночью. Симфония рождалась во время артиллерийских обстрелов, когда били зенитки и падали бомбы. Вскоре были готовы две части. Он исполнил их на рояле, сыграл в узком кругу друзей. Все были потрясены. Кто-то с тоской сравнил вторую часть с образами белых ленинградских ночей. Шостакович очень любил Ленинград. Он говорил: «Ленинград – это мой родной город». В Ленинграде происходило большинство премьер его произведений, даже после того, как он переселился в Москву. 1 октября Шостакович с семьей был отправлен в эвакуацию в Куйбышев. При погрузке поезда в Москве, который уходил в Куйбышев, был потерян тючок, в котором находилась партитура трех частей симфонии. Обнаружилось это, естественно, когда прибыли в Куйбышев. Шостакович молчал, никому не говорил, но в конце концов это выяснилось. И дирижер Борис Манилович Хайкин сообразил послать на вокзал каких-то своих оркестрантов или студентов, которые, как это ни удивительно, сумели найти этот тючок в багаже, в поезде, который отправился на Урал. 27 декабря, накануне нового 1942 года, композитор завершил симфонию. И вновь она звучит на рояле, в его куйбышевской квартире в кругу друзей. Теперь уже она звучит целиком. Дирижер Большого театра Самуил Самосуд услышал симфонию случайно. Он жил этажом ниже. Он поднялся к Шостаковичу, дослушал, попросил партитуру и заявил, что немедленно начнет ее разучивать. Премьера состоялась здесь же, в Куйбышеве, 5 марта 1942 года, в зале Дворца культуры. Играл оркестр Большого театра под управлением Самосуда. Перед началом концерта Шостакович пояснил: «Я не ставил себе задачу натуралистически изобразить военные действия. Мне хотелось передать содержание страшных событий». Позднее Дмитрий Дмитриевич признавался, что писал симфонию на пределе нервного напряжения. Бывали моменты, когда он плакал по ночам. Шостакович волновался, будет ли нужна и понятна в разгар войны его огромная симфония, которая длится 75 минут.
премьера симфонии была встречена с колоссальным энтузиазмом как слушателями, так и руководством страны. Естественно, что рождение такого произведения показывало, что дух страны не сломлен. В одной из американских рецензий говорилось, какой черт может победить такой народ, который во время войны создает такие произведения. Успех был ошеломляющий. Больше всего слушателей поразил эпизод фашистского нашествия из первой части. Сухая, механическая тема вторгалась в светлую музыку симфонии, и все нарастая повторялось 13 раз. Я думаю, что, слушая эпизод нашествия в первой части 7-й симфонии Шостаковича, слушатель ощущает, что это некое обобщенное воплощение вселенского зла, воплощенное в такой страшной картине механически нарастающей опасности. И в этом смысле это произведение не только о войне, не только о борьбе с фашизмом, но это произведение общегуманистического значения. Поэтому оно сохраняет интерес. И не только для жителей нашей страны, и не только в те годы. Именно это обеспечивает ему жизнеспособность, вечную жизнеспособность. А через 3 недели, 29 марта, симфония прозвучала уже в Москве, в колонном зале Дома Союзов. Вышел Шостакович, вспоминала поэтесса Ольга Бергольц, с лицом подростка, хрупкий, казалось, ничем не защищенный. А народ все рукоплескал и рукоплескал сыну и защитнику Ленинграда. И я глядела на него, хрупкого человека в больших очках, который взволнованный и невероятно смущенный, неловко кланялся и думала, этот человек сильнее Гитлера. 19 июля 1942 года. Точно день в день через год после того, как Шостакович написал первый эскиз 7-й симфонии, состоялась премьера этой симфонии в Нью-Йорке. За право исполнения симфонии шла борьба. Крупнейшие американские дирижеры, Кусевицкий, Стаковский, писали в Россию, писали Шостаковичу, писали в советское посольство в Америке, что именно им должно быть предоставлено это право. Шостакович отдал право первого исполнения Артуру Тосканини. Американский поэт Карл Сэндберг написал Шостаковичу: «По всей Америке звучала ваша 7-я симфония, и миллионы слушали ваш музыкальный портрет России, погруженный в кровь и скорбь». Симфонию теперь знал весь мир, но мечтой Шостаковича было, казалось, невозможно исполнение 7-й в его родном Ленинграде, в блокадном городе, где люди ежедневно умирали от голода. Партитура в Ленинград была доставлена бомбардировщиком. Единственный оркестр, который оставался в городе, был оркестр радиокомитета. Радио, как учреждение связи, не подлежало эвакуации. Но играть в оркестре уже было почти некому. Музыканты падали в обморок. Эли Асберга привозили на санках на репетиции. Люди сидели в зале одетые. Тем не менее, состоялось исполнение этой симфонии. И это акт не только символический. Вы знаете, когда люди видят, что что-то происходит, и когда люди делают что-то в таких чрезвычайных условиях, это ведь очень повышает их внутренний нравственный статус. Это повышает их жизненную стойкость. Это им самим, у них самих порождает надежду и веру в победу. В 355-й день блокады, 9 августа 42 года, зал филармонии был полон. Публика самая разнообразная. Моряки, пехотинцы, ленинградская интеллигенция, те, кто выжил. Торжественная атмосфера. Ленинградская зазвучала не только в зале. Она передавалась через репродукторы. Ее слышали все жители города. Пока звучала музыка, орудия молчали. Войска по приказу на один вечер подавили вражеский огонь. Впоследствии немецкие военные признавались: «Тогда мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть». Ленинградская симфония – сочинение, которое стоит совсем особняком.
Тогда, в военном 42-м, она стала символом величия и стойкости духа, веры в победу, памятником всем погибшим. Сегодня, в 21 веке, это больше, чем музыка. Это история человечества, облеченная в звуки гением Шостаковича. Начало 20-х годов. Классическому балету пророчат скорую смерть. Интеллигенция уже оплакивает искусство, растоптанное грубыми сапогами большевиков. А новая власть, считая балет царской игрушкой, ждет на сцене искусства нового, современного, злободневного. Вместо эльфов, сельфит и принцесс на сцене должны быть показаны новые люди новой советской страны. К десятилетию Октябрьской революции на сцене Большого театра был показан первый советский балет. Балет не болен, а у него склероз, упрекали балет в 20-е годы. Хотя пролетариат с нескрываемым удовольствием смотрел старорежимные «Лебединое озеро» и «Дон Кихот», партия ставила свои задачи. Балет должен отображать новую действительность. В 1926 году Большой театр объявил конкурс на либретто советского балета. Ни один сюжет не нравился. Тогда художник театра Михаил Курилко предложил свой вариант сценария, основанный на реальных событиях из заметки в «Правде». В китайском порту власти незаконно задержали советский пароход «Ленин», доставивший продукты голодающему китайскому народу. Предложение обсудили. Композитор Рейнгольд Глиер и дирижер Юрий Фаер мысленно примерили сюжет к балету. Конфликт есть, экзотика есть, персонажи намечены, идея актуальная, политическая. Постановили срочно принять постановки. Так в плане Большого театра появился первый советский балет «Красный мак». Работали быстро, нужно было успеть к 10-й годовщине октября. Либретто писал Михаил Курилко. Ему во всем помогала балерина Екатерина Гельцер, которая с первых шагов поддержала «Красный мак». Для нее безусловные примы Большого создавали главную роль китайской танцовщицы Тао Хуа. Хореографию ставили сразу два балетмейстера – специалист по характерному танцу Лев Лощилин и академист Владимир Тихомиров. Тихомиров тогда знаменитейший балетмейстер и когда-то знаменитый балетный актер отказался ставить первый финал. Он ставил только сцены сна, то есть всю середину балета, самую, по его мнению, безопасную. Она шла по всем традициям такого сказочного балетного зрелища, очень красивого. А первый акт, приход корабля, заговор, смерть героини, финал, это все ставил Лощилин. Пантомимные сцены помогал ставить режиссер МХАТа Алексей Дикий. Все работали с подлинным энтузиазмом. Но внезапно сменившаяся дирекция театра отказала артистам в репетициях. Тогда постановщики нашли беспрецедентный выход. Целая бригада ездила по городам. И в каких-то возможных встречах они создавали анонс для этого спектакля. Получилось так, что когда жесткая критика обрушилась на балет, может быть, почти с требованием даже его и закрыть. Этого сделать было нельзя, билеты все были раскуплены. Премьера состоялась 14 июня 1927 года. После увертюры, в которой все узнали мелодию «Интернационала», блестяще оркестрованного Глиером, зал долго аплодировал. Первый акт разворачивался в порту. Открылся занавес, и зрители увидели огромный корабль у пристани, символ могучей страны Советов. Второе действие – сон Тао Хуа. Роскошные декорации изображали сказочную страну, воображаемый мир старого Китая, населенный фениксами, драконами, бабочками и цветами.
прозрачный занавес с драконами был исполнен великолепно. На него отбрасывалась проекция через диапозитив в виде тоненького маленького аквариума, в котором плавали настоящие рыбки. Живое движение, которое не кино-движение, а живое движение настоящих силуэтов этих рыб, которые увеличились до огромных размеров на сцене, на занавесе Большого театра. Но эффект был потрясающим. Кто придумал ввести в спектакль матросский танец «Яблочко», сложно сказать точно. Глиеру предложили оркестровать эту мелодию, но композитор возмутился, а вслед за ним и оркестр, который просто отказывался играть уличные частушки. Никто тогда не ожидал, что «Яблочко» в финале первого акта станет одним из любимых эпизодов. Когда матросы пускались в пляс, зрители приходили в восторг и вскакивали со своих мест. До конца сезона балет шел по 2-3 раза в неделю. И потом на протяжении 10 лет не сходил со сцены, выдержав 350 представлений. Успех был так велик, что название балета, как сейчас сказали бы, стало брендом. Были выпущены духи и одеколон «Красный мак» с пряным восточным ароматом в стилизованном китайском флаконе. Платья, шляпы и пальто теперь украшали эффектные маки-броши, сделанные из шелка и бархата. В «Красном маке» были заняты лучшие силы балета Большого. Игорь Моисеев, Михаил Габович, Викторина Кригер. А Асаф Мессерер исполнял сразу несколько эпизодических ролей. Для одной из них, китайского фокусника, Мессерер придумал танец с лентой, находка которой затем пользовались многие и не только в балете. Но центром балета, конечно, была героиня. Китайская танцовщица Тао Хуа в исполнении Екатерины Гельцер. Ей было 50 лет, но она с энтузиазмом работала над ролью. Балерина когда-то бывала в Китае. Неравнодушная к нарядам, она привезла оттуда ткани, веера, ленты. И теперь не только на репетициях, но и дома ходила в национальном костюме. Отрабатывала игру веером, жесты, поклоны, мимику. Позднее Гельцер лично передавала роль московским балеринам, танцевавшим Тао Хуа после нее. Она меня вызвала к себе и, будучи старенькой, слепой, вставала на колени, брала веер и показывала, что значит, когда он открыт, что значит, когда он закрыт. Когда он на правом плече, когда он на левом плече. Сегодня на сцене балет «Красный мак» композитора Глиера. Роль китайской танцовщицы Тао Хуа исполняет народная артистка СССР Ольга Лепешинская. Я танцевала для капитана, танцевала вариации, и раздался треск. И Женя, сестра моя, которая сидела во втором ряду, она решила, что поломалась стелька, потому что она очень крепкая у нас в туфле. А это поломалась кость. И на мое счастье по сценарию, кули из первой кулисы выносили носилки. И когда они принесли уже около меня, я сказала: подождите, пожалуйста, не несите дальше, потому что я уже не могу. Я открыла занавесочку, села в эти носилки, помахала ручкой капитану, а сознание потеряла только в кулисе. «Красный мак» был признан самым идеологически выдержанным советским спектаклем. Балет с финальной сценой революции неизменно включали в программу визитов высоких гостей. В 1950 году в Москву прибыл Мао Цзэдун, и «Красный мак» ставили в афишу через день, дабы попотчевать им великого кормчего. Однако члены делегации, посетившие балет до визита китайского вождя, возмущенно восклицали: «Неужели эти страшилища китайцы?»
возмутило и название. Красный мак, из которого изготавливали опиум, считался злейшим врагом, долгие годы отравлявшим китайский народ. Великий Мао пожелал видеть более идеологически проверенный балет «Лебединое озеро». После отъезда китайской делегации балет сняли, и только в сезоне 57-58 годов в обеих столицах его восстановили с новым названием «Красный цветок». На сцене Большого театра идет балет композитора Глиера «Красный мак» в новой редакции. Сейчас балет называется «Красный цветок». В роли Тао Хуа Галина Уланова. Под новым названием балет пережил 16 постановок в 10 городах. Конечно, замысел его был продиктован временем, но создавали его большие художники, а зрители полюбили «Красный мак» искренне. Уж, конечно, не за политическую идею, а за красивый спектакль с прекрасной музыкой и хореографией и блистательными работами великих артистов. В каждой области искусства, в каждом жанре есть произведение, которое считается первым появившимся на свет. Или одним из первых. Одной из первых русских опер стала комическая опера композитора Михаила Матвеевича Соколовского «Мельник, колдун, обманщик и сват». О жизни композитора известно мало, неизвестна даже точно дата его смерти. Однако дата написания оперы, 1778 год, известна, как и то, что впервые поставлена она была через год после написания. С тех пор, вот уже более 200 лет, эта опера вновь и вновь появляется на сцене. Сосед мельник загадает вам загадку. Вы загадку, правду матку загадает. Комическая опера – это все равно легкий жанр. И все равно люди тянутся к веселью, к радости, к жизнеутверждению. Мне кажется, больше связано с этим. Потому что сюжеты всех комических опер настолько наивные, они предсказуемы с первой секунды. Да? Есть влюбленные, есть помеха. И в итоге влюбленные соединяются, и все хорошо. И дело даже не в сюжете, а дело в том, вот какой-то в жизнерадостности, в том, что, чтобы хотелось жить, любить, уважать родных, отечество, в котором ты живешь. Да? Это какая-то такая вот наивная форма познания реальности, действительности, что ли. Оперой «Мельник, колдун, обманщик и сват» можно назвать условно. Скорее, это водевиль. Премьера «Мельника» состоялась 20 января 1779 года в Знаменском театре. Театром сцену в доме графа Воронцова на Знаменке можно тоже назвать условно. Он выглядел неказисто. Три деревянные стены, прирубленные каменной, составляли непрочное сооружение без всякого украшения внутри, без всякой удобности приличной зданию. Бедность интерьера, однако, не помешала побывать на спектакле всей Москве. Мы поставили эту оперу на сцене домашнего театра, и зритель, придя в дом Кочнева, попадает в атмосферу 18 века, в подлинные интерьеры. Естественно, есть небольшая стилизация в костюмах, в поведении актеров на сцене, но, тем не менее, мы постарались сохранить язык. То есть сценарий не переписывался, и либретто осталось таким, каким оно было в 18 веке. В справочнике тех лет «Драматический словарь» было написано: «Сия пьеса настолько возбудила внимание от публики, что много раз была сыграна, и завсегда театр наполнялся. Едва ли не первая русская опера имела столько восхитивших спектаторов и плескания». Это было подлинно русское национальное произведение. До него на сценах шли лишь подражания французским комическим операм. Но «Мельник» — здесь было все необычное, русское. Сцена представляла крестьянские избы, музыка была составлена из русских народных песен. Кроме того, зрелище было веселым, а авантюрный сюжет всех захватил. Сюжет там незамысловатый. Парень полюбил девушку,
Анюту. А мать Анюты считает, что она дворянский королей, поэтому надо выдать замуж за дворянина. И дальше мельник, колдун, обманщик и сват, который там, через гадания, через придумки, через какие-то там смешные положения, он заставляет всех поверить, что это дворянин, и чтобы они просто поженились. И в итоге они все поют песню, как здорово, что сват приходил и все так здорово сделал. Знаменский театр графа Воронцова через год сгорел, и мельник переехал. Теперь его играли в театре антрепренера Медокса, Петровском. Том самом Петровском, на месте которого сейчас стоит Большой театр. Так что можно сказать, что мельник, колдун, обманщик и сват стоял у истоков главного театра страны. Незамутненность природы чувствования, что ли. Открытость. Отсутствие вторых, третьих, четвертых планов, подтекстов. Когда мы сейчас говорим одно, думаем про второе, подразумеваем третье. Возникает такая новая драма. А здесь вот какая-то такая вот наив. И в этом помогает пение. Потому что народное пение, да, это не выпивание ноток. Это не попытка показать вокальные данные. Это когда распевается текст. О композиторе, написавшем музыку оперы, Михаиле Матвеевиче Соколовском, известно совсем мало. Предположительно, родился он в 1756 году. Есть сведения, что он слыл знаменитым скрипачом-виртуозом, служил дирижером в оркестре Петровского театра и преподавал пение в Московском университете. А вот об авторе либретто Облесимове известно гораздо больше, чем о композиторе. Он родился в провинции в семье бедного дворянина. Образование получил по бедности родителей самое поверхностное. И ушел служить в канцелярию, которой руководил тогда русский литератор Александр Сумароков. Переписывая его произведения, он вскоре и сам занялся сочинительством. Писал басни и водевили, позже печатался в сатирических журналах. Их высоко ценили маститые литераторы того времени Василий Майков и Николай Новиков. Но из всех многочисленных произведений Облесимова только «Мельник» пережил автора. Облесимов был чернильным сыном самого Сумарокова. И Сумароков стол классицизма наверняка не одобрил бы такой сюжет в исполнении его ученика. Я думаю, что в этот момент, ну, росло национальное самосознание, потому что на сцене шли в основном итальянские оперы, и поскольку было достаточно много, я так думаю, талантливых композиторов, либреттистов, наверняка это было вот проявление человека, преданного своей русской национальной культуре. Я думаю, что поэтому был выбран этот сюжет. Как и все новое, опера вызвала в Москве много споров. Мнения дворянской Москвы разделились. Одни были в восторге и отмечали, что опера возбудила внимание от публики и не только от национальных была слушана с удовольствием, но и иностранцы любопытствовали довольно. Часть аристократии возмущалась. Их оскорбило появление на сцене мужиков. И все же русская опера победила предвзятое мнение. В 1785 году в Санкт-Петербурге открывался роскошный Эрмитажный театр, выстроенный по проекту Джакомо Кваренги по заказу императрицы Екатерины. Она же определяла и репертуар театра. Его премьерой был спектакль «Мельник, колдун, обманщик и сват». То есть в 2010 году нас ждет юбилей. Это будет 225 лет со дня открытия Эрмитажного театра спектаклем «Мельник». Корневой код, он как бы у нас во всех сидит. И стоит только войти в этот ритм, как сразу хочется уже топотать, что-то делать руками, двигаться, плясать, танцевать и петь. И когда в итоге зал пел вместе с артистами, вот ради этого спектакль затевался. Искренность песен и простодушное лукавство сюжета до сих пор пленяют зрителей, как пленили они в свое время Александра Сергеевича Пушкина. Ведь именно героев оперы Облесимова Соколовского прославил Пушкин в своих стихах. «Завернувшись балахоном с хватской шапкой на бекрень, я желал бы Филимоном под вечер, как всюду тень, взяв Анюты нежную руку, изъяснять любовную муку, говорить, она моя». К
Каждому школьнику известно, что стихотворение «Я помню чудное мгновение» Александр Сергеевич Пушкин посвятил Анне Петровне Керн. Однако не всем известно, что музыку на эти стихи Михаил Иванович Глинка посвятил дочери Анны Керн Екатерине. О том, как в знаменитом романсе переплелись судьбы великого поэта, великого композитора и двух очаровательных женщин, наш следующий сюжет. 19-летняя Анна Керн и Александр Сергеевич Пушкин впервые встретились на балу в 1819 году. По воспоминаниям Керн, Пушкин обратился к ней. «Можно ли быть такой хорошенькой?» «Нет», — сухо ответила она и вышла из зала. И только через 6 лет в Михайловском, где Пушкин находился в ссылке, произошла их новая встреча. На сей раз гораздо более романтичная, нежели первая. Из воспоминаний Керн. «Пушкин пришел утром и на прощание принес мне экземпляр 2 главы Онегина в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами «Я помню чудное мгновение». Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать. На силу выпросила я их опять. Чувство поэта было мимолетно. Чудное мгновение растворилось, казалось бы, не оставив и следа, если бы не рукописный листок. Остановив мгновение, стихотворение безмолвно оставалось лежать в шкатулке, но в скором времени ему суждено было обрести совсем новую жизнь. Однажды в Петербурге Анна Петровна встретила своего знакомого, который пригласил ее в гости и пообещал: «Вы услышите Глинку, одного из первых наших пианистов». Глинка импровизировал. Такой мягкости и плавности, такой страсти в звуках я никогда ни у кого не встречала, вспоминала потом Анна Петровна. Михаил Иванович Глинка встретился с Анной Петровной летом 29-го года. И тогда ему было 25 лет. Он был уже известный молодой музыкант, автор романсов, фортепианных произведений. И Глинка вспоминает через много лет в своих записках, как он встретился с миловидной и любезной барыней Керн в этом доме. Керн была под таким впечатлением, что отдала начинающему композитору Глинке свою святыню – рукопись Пушкина. Однако ее постигло горькое разочарование. Глинка взял у нее стихи Пушкина, чтобы положить их на музыку, и тут же забыл о них. С дочерью Анны Петровны Керн, которую Глинка даже не называет полностью, а в своих записках обозначает лишь инициалами ЕК, он познакомился в 1839 году. Причем это было внезапно. Такое было ему явление, действительно чудное мгновение. «Мой взор невольно остановился на ней», – вспоминал Глинка. «Особенного рода прелести достоинства, разлитые во всей ее особе, все более и более меня привлекали. Именно в это время семейная жизнь Михаила Ивановича дала серьезную трещину». Видимо, прошло уже несколько лет такого первого очарования в браке с Марией Петровной. И она частенько его упрекала, и вообще была особой сварливой. Дома позволяла себе ходить неприбранной, носила стоптанные туфли, один из халатов своего мужа, и еще позволяла себе выхаживать с чубуком во рту. Такая молодая особа, которая в свете являлась сиянием роз и лилий. В это время Глинка узнает то, о чем уже судачил весь Петербург. Его жена тайно встречалась с другим. Михаил Иванович немедленно затеял бракоразводный процесс. Началась долгая судебная волокита, и Глинка стал одним из любимых героев-карикатуристов. Есть сочинения, которые непосредственно отношение имели к Екатерине Ермолаевне Керн. Например, она сама выбрала стихи Кольцова «Если встречусь я с тобою». Этот романс, конечно, был для нее. И еще знаменитое сочинение, которое все знают, все слышат, это «Вальс фантазия». В эти же годы написаны большой вальс для оркестра, цикл романсов «Прощание с Петербургом», «Руслан и Людмила». А в 1840 году, спустя 12 лет после того, как Анна Керн подарила ему автограф Пушкина, Глинка написал свой знаменитый романс. Но это была уже не история любви Пушкина к Анне Керн, а его, Михаила Глинки, к Екатерине Керн.
Что-то загадочное, роковое было в этих строчках. Едва мгновения останавливались в стихах или музыке, любовь угасала. Чувство композитора к Екатерине оказалось столь же недолговечно, как и любовь Пушкина к ее матери, Анне Петровне Керн. Ну, безусловно, это один из шедевров вокальной лирики Глинки. И здесь он достигает вот такого соответствия с поэзией Пушкина, с духом Пушкина. Совершенно происходит слияние мелодии и ритма пушкинского стиха, пушкинского слова. Каждая строфа отмечена поворотом гармоническим, развитием музыкальной формы. Конечно, это шедевр, потому что написано это высоким чувством и большим мастером. Глинка вернул возлюбленной, теперь уже бывшей, все ее письма. Она же их сожгла. От прежнего счастья остался романс «Я помню чудное мгновение». Мгновение, остановленное силой гениев. Кто осмелится утверждать, что счастье должно длиться долго? И вот опять я видела ты, как мимолетное видение. Как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. А сейчас, как всегда, страница архива. В июне 1959 года впервые итальянский оперный певец выступал в Советской России. Великий Марио Дель Монако спел в спектаклях Большого театра «Кармен» и «Паяцци». По счастью, кинопленка сохранила для нас эти кадры. Это был последний сюжет программы «Абсолютный слух». С вами был Геннадий Янин. Встретимся через неделю.